О жизни с Юлией Ивлиевой. Здравствуйте, я Юлия Ивлиева, эксперт в области психологии. Ну что, поговорим с вами о жизни? А точнее о том, что волнует каждого из нас. Все мы хотим найти свою любовь и провести жизнь с тем самым человеком. Но вот вопрос, как его встретить? Сразу вас удивлю, у вас в принципе нет шансов встретить ни своего мужчину. Любые отношения между мужчиной и женщиной гармоничны. На каждом этапе жизненного пути нам встречаются люди по нашему образу и подобию. И мы являемся отражением друг друга со всеми нашими личными травмами, интересами, энергетикой, родовыми кодами и так далее. Не ваш мужчина в этом пространстве вам просто не встретится. И все-таки я вам дам 3 совета, которые помогут, во-первых, начать отношения, во-вторых, сделают вас счастливее здесь и сейчас. Совет 1. Уберите из своей головы цель встретить своего мужчину. Прямо так резко. Все, что вы себе нафантазировали, не имеет никакого отношения к реальному мужчине, с которым вам будет хорошо. Совет 2. Часто мы формируем некие сверхожидания и придумываем себе, каким должен быть тот самый мужчина. Итак, он должен быть умным, красивым, чтобы много зарабатывал, занимался бизнесом, при этом проводил все свое время дома и занимался детьми. То есть женщины запрашивают то, чего в природе не может быть. Помните, что мужчины – живые люди, и женщины – живые люди. И у каждого из нас есть свои потребности, запросы и возможности. Отсюда 3 совет. Смотрите по сторонам. Чувствуйте отклик своего сердца. Если есть симпатия, есть влюбленность, не пытайтесь уместить эти чувства в логику, в некий чек-лист с требованиями. Общайтесь, знакомьтесь, выявляйте общие интересы и ценности. И на основе этих ценностей сближайтесь. Проходите совместный опыт, проговаривайте друг с другом, что для каждого важно, какие у вас цели и задачи. Уберите из своей головы понятие «мой» или «не мой мужчина». Вопрос лишь в том, что для вас приятно и что вам нужно прямо сейчас. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы более подробно говорим о любви и отношениях. Встречайтесь, влюбляйтесь, помните, что жизнь – безумно интересная штука. Особенно, если вы понимаете ее законы. С вами была Юлия Ивлиева. Увидимся!